Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня нарисуем листья в технике китайская роспись. На ноготке база и цвет. Делаю рамку. Дублирую. Теперь беру плоскую кисть, на одну сторону набираю оранжевый цвет, на другую бордовый. Немного растушую цвета палитру. Рисую лепесточек. Движение как бы зигзагом вверх-вниз. Так получается текстура натурального листика. Добавлю оранжевый в серединку. Дублирую. Бордовым рисую стебелек и прожилки. Также бордовым цветом прохожу по краю листка зигзагообразными движениями. Вот это сотру, слишком выделяется. Перекрываю топом. Белой гель-краской без липкого слоя очень тонко прорисовываю лист. Возьму кисть потоньше. Набираю цвет, рисую листик таким же способом. Чем меньше кисть, тем меньше получаются листики. Дублирую, чтобы цвета были поярче. Добавлю стебелек и прожилки. Перекрыла ноготок матовым топом и просушила. Теперь глянцевым топом без липкого слоя провожу по прожилкам. И провожу линии по рамке.
Такие простые осенние дизайны получились. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если есть вопросы, жду их в комментариях. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго, хорошего дня!